так, я вже готова представити до нашого ранкового ефіру. Долучається Данило Іванов, маленька зірочка, спортсмен, акробат, з яким ми будемо знайомити вас сьогодні. Його мама Людмила Іванова і, безумовно, Ірина Вербицька, майстер спорту зі спортивної акробатики, тренерка і теж, може, назву мама, тому що виховує Данила спорту. Отож, привіт, Данило. Привіт. Якщо можна, гучніше, голосніше відповідай нам, добре? Я хочу сказати, що оці всі нагороди, які от ви бачите, режисери зараз покажуть, їх здобув Данило. От нещодавно отримав третій розряд зі спортивної гімнастики, і йому лише 4 роки. Як це можливо? Розказуйте, давайте знайомитися з вами. То, я думаю, мама, да, розпочне? Ну, я можу розпочати. Я буду на русском языке, якщо можна. Дело в том, что у него есть брат, который на 4 года его старше. Поэтому, когда он родился, у нас дома уже стояла шведская стенка. И вот ему еще не было годика, он еще не мог ходить даже. А мы заметили, что он уже за братом может до верха долазить на этой шведской стенке. С учетом того, что ступеньки были почти в его рост. То есть ребенок, не умеющий ходить, он подтягивался исключительно на руках. Мы тогда уже, для нас это было удивительно, но не придали этому значения. Це скільки років було? І ще годика не було. Не було року. Він вже заставляв нас папою нервничати, тому що до потолка, там, звісно, у нас мати, вже 3 мати, щоб на всякий случай. Але це було удивительно. Стали придумувати, як можна розвивати цей навик, якщо ми вважаємо, що це від природи йому дано. Звісно, таких секцій в такому віці не було. Ну так. Ну і к 2 годам ми знайшли секцію в Октябрському циркову студію. 2,5 годика тренер нас согласилась посмотреть и, ну, тоже взяла его заниматься. Тоже для нее это было как бы, ну, новое, потому что 2,5 годика не занимались. Он занимался чуть-чуть по другой программе. То есть, если дети там держали там 2 минуты планку, он держал 10 секунд. Если там делали 30 прессов, то он делал 3 раза. И с ним занимались старшие дети, поэтому ему было очень интересно. То есть мы пришли в спорт 2,5 года, когда он еще разговаривать не мог. Я в шоке, слушайте, и это поэтому тоже были немножечко сложности, потому что разговаривать не мог, а занимался уже на уровне. И по еще вот просто ходив и занимался, ну, это же гимнастика, это режим, это спорт. Можливо, не хотів, что-то сказал, чи ні? Ирочка, это вот... надо, Людочка, надо рассказать, кто первый тренер. Я, это уже последующий тренер Данечки. Угу. А первый тренер, Людмила, расскажите, это, ну, Вячеслава, вот я... Брежнева. Вот я же рассказываю. То есть, и он по горящим глазам можно было понять, что ему это нравится. И потом мы пошли в садик. В садике у нас был физрук, кандидат мастера спорта Вячеслава Брежнева. Она тоже заметила его способности и стала по выходным с ним заниматься уже более профессионально. И вот так как сейчас сложились у нее семейные обстоятельства, она ждет крошку, дальше не может с ним заниматься, и поэтому привела нас, я, для нет, меня тут, это профессиональный тут инициативу спорт. Я беру за руки. Давайте. Да. Я со Славочкой познакомилась, с Вячеславой Брежневой, познакомилась в спортзале. Я все время любовалась, насколько она так умело обращается с маленькими детьми. Я немножечко расскажу о себе. Я 15 лет имела преподавание в одном из университетов нашего города. И одним прекрасным днем я встретила своего тренера, ну, и сейчас уже моего директора, Берника Виталия Ивановича, который имеет очень много титулов. Он заслуженный работник физической культуры и спорта, да. Мастер спорта, он судья международной категории. И он меня как-то, я не знаю, разговорились, где ты, что ты. Я вот хочется что-то поменять в своей жизни. Он говорит, приходи к нам. Я пришла к ним в детскую спортивную школу, ну вот так вот махнула. Работала со взрослыми детками по спорту, а сейчас перешла к таким маленьким. Я пришла и настолько не знала, что мне делать. Мне говорят, вот набирай группы. И я думаю, что ж мне делать-то? Я взяла, вот даже взяла... Пришла в типографию, отпечатала 1000 вот таких вот объявлений, потому так, что я... на нас пирали, да, для того, чтобы это... Я пришла в ближайшие школы, к нашей спортивной, чтобы родителям далеко ходить не нужно было. И на 1 сентября начала раздавать эти буклеты.
У меня такая очередь выстроилась, ну я же говорю, первый... А как с Данилом все ж таки знакомство? Ну да, вот, вот я начала вот с маленьких деток, а с Данилочкой вот начали мы работать, когда Вячеслава мне привела его, говорит: Ирина, я ухожу за крошкой, так. Вот. И приходит этот мальчик, в него влюбиться было невозможно. Я не вообще влюбиться, это попалась, да, на проект. Не влюбиться было невозможно. Ребенок очень талантливый, он очень сосредоточенный. И я когда провела несколько с ним тренировок, я понимала, а у нас они пришли к нам в октябре в серединочке. И у нас 5, 6, 7 декабря были соревнования. Я думаю, почему нет? И поїхав на... Нет, в Николаєві. А, в Миколаєві. В Миколаєві. Це був відкритий кубок міста Миколаєва. Ми обов'язково повернемося до цієї теми. У нас є відео, як тренується Данило. Давайте подивимось, а потім продовжимо нашу розмову. У мене просто немає слів. Я уявляю, як ви пишаєтеся. Я на екрані бачила дорослого спортсмена. Данечка, а ну скажи, тобі подобається настільки займатися спортом? Розкажи нам, чим ти займаєшся? Спортом. Яким? Я ваздушкою. Ваздушкою. А розкажи більше про свій спорт, пожалуйста. От що? Що саме трудне? Що тобі подобається в спорті? Делать сайты на лоджии. Громче говори. Делать сайты на лоджии. На лоджии, делать сайты, да. А ты уже берешь участие в конкурсах всяких, да? Тебе нравится? Да. Да? А кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Охранником и Диму водить. И чтобы у меня была машина, такая, чтобы я туда садился и Диму водил на танцы. Клас, ну обов'язково це збудеться. А от у вас були ще такі, ну, маленькі діти? От в вашій групі 4 роки, Данило найменш? Даніл дуже маленький, ми таких діток маленьких в дитсько-спортивну школу не беремо. Беремо тільки, от, мабуть, одарених таких діток, і то по розрішенню спортивних врачів нашого диспансера. Вот дали разрешение, и мы только взяли этого мальчика, потому что он невероятно способен. Да. Мало того, что у нас программа «Третий юношеский», она, вот если можно импровизировать,
воздушной акробатики. Может быть, я не знаю, но у нас написана программа, и мы должны шаг вправо, шаг влево снимаются десятые, сотые. И если Даня соперничал с детками, которым по 8-10 лет, и нас судили, да, одинаково, но мы настолько приложили к этому усилия, он, конечно, непредсказуемым был. Приходит на тренировку, вот хорошее настроение, Данечка слушается. Плохое — пошел через весь ковер и ушел куда-то. Мама, а як ви налаштовуєте? От, і підтримуєте, якісь говорите надихаючі слова, щось пояснюєте чи ні? Ну, 4 роки, ну мало це, як на мене. Ну, це ж треба донести, розказати. От як у вас, Людмила? Ну, у нас в сім'ї невероятна, ну, для нас це честь займатися на ковре з, ну, з професіональними спортсменами, з мастерами спорту, з чемпіонами України, поэтому ми це обсуждаємо, він це слышить і впитывает. И поэтому понятно, что он, когда приходит в спортивную школу, он тоже такой: я уже занимаюсь не с малявками, а со взрослыми. Вот. Но, если честно, я как мама прикладываю усилия, там, домашнее задание дома, когда нам советуют, как его разминать, или то, что мы стараемся не пропускать, стараемся соблюдать режим, все остальное в руках тренера. И вот, ну, потому что я туда не вмешиваюсь из-за своего незнания, чтобы не навредить. Поэтому Ирина Николаевна с ним и песни поет, и усилятки подходы, да, правда. Да. И как мы это все делали, там нужно все 3 секунды стоять, все элементы. Данечка маленький, он понимает, но делает свое, и вот такой вот весь расслабленный. Я говорю: Данюша, мы не знали, какой подход. И я вот что-то придумала, говорю: давай ты будешь мороженым, замороженный. Он такой стоит. Вот с другого таких подходов. Да, да, потом он расслабленный мальчик. Это растаявшее у нас мороженое, да, Данюша? У нас есть еще одно видео, давайте подивимось и продолжим потом. Ось вона грала, то в мене аж мурашки по шкірі, слухайте, як це запам'ятати, повторити? Мало того, я хочу сказати, от у нього партнер Філіпенко Єгор, 9 лет йому вчора исполнилось, і теж балується, ви розумієте? Балується і дитинство, да, так. Да. И хочется побаловаться. Я понимаю, что нагрузка в школе у них большая, и их требует много. Приходим, мы работаем на результат, не даем баловаться. И они все просят, но даем немножко побаловаться, а потом они расслабляются и не делают те элементы, которые нужно. А режим? Есть какой-то режим специальный у Дани? Сколько, у котрий прокидается, сколько тренирований на тиждень? Это мой вопрос. Мама, Дани, расскажи, ты часто ты тренируешься? Громче, Данечка. Каждый день. Каждый день? Тебе нравятся тренировки? Да. А что ты делаешь на тренировках? Всякие нет. Громче, Данюш. Всякие нет. Еще громче. Недавно ты участвовал на соревнованиях, получил 3-й разряд. Ты очень волновался на выступлении или нет? Расскажи. Нет. Нет, не хвилювався. Да, давайте більше про цей розряд, тобто ми вже про нього поговорили, все ж таки про режим тепер. Чи є от?
обязательно есть режим, но мы стараемся поддерживать режим не только потому, что он занимается спортом, а согласно его возрасту. Поэтому у нас подъем в 7:30, соответственно, завтрак, прогулка, если мы вдруг не идем в садик. А так мы ходим в садик, ходим в школу, в подготовительную школу. Обязательно в обед спим, потому что сразу после обеда вот у нас с 4 начинаются тренировки. Uh-huh. То есть если он не поспит, понятно, сил меньше и результат хуже. То есть поэтому работа тренеров, то есть мы ценим, поэтому жалко. То есть, поэтому все как у всех детей, завтрак, обед, ужин, обязательно там перед сном какой-то йогурт. Ежедневні тренування, включаю вихідні. Я думаю, Глана, це ж народжується, да, з таким талантом. Чи рис, яке майбутнє от ви можете передбачити, Дані? Ну, Данечка, он от природы, у нас же как отбираем деток, гибкость, растянутость должна быть обязательно, так, сила. Ну, я разумею, что уже с гибки народился, да, с гнучки. Да, еще да? И привили это ему, и Вячеслава его растянула. Вот, он садится на все три шпагата, может сидеть часами, наверное. Гибкость, он поработать еще, да. Наверное, спит в шпагатах. Да. Поработать нам нужно. И сила есть у него тоже. Нужно каждый день физическая нагрузка для того, чтобы он достиг больших результатов. Но вот мое сердце чувствует, что будет чемпион. Чемпион. Да. Да. Дальше мы сейчас переходим ко второму юношескому разряду. Это более тяжелая программа. Это все уже на вытянутых руках. Будет у нас и уголочки, вот, стоечки. Главное, чтобы слышал. Будем надеяться, что будет взрослеть не по дням. Ну, тьфу-тьфу, пускай вже, остається. Вже, да, дорослий, да, чоловік по очах, по тих номерах, що ми бачили, я здивована. Людмила, вам є чим пишатися, у вас унікальний син, і в мене багато гостей, щоранку я з дорослих, але я сьогодні рада, що я познайомилася з вами, що я познайомилася з вашим сином, і дійсно ми пишаємося такою талановитою спортивною молоддю. І ще от скажу, що вас навіть почали вже запрошувати на шоу національні талантів дитячих, де ми теж будемо бачити Даню. Я вам дякую, що ви завітали до нашої ранкової студії. Даня, тобі спасибо, що ти прийшов. Я желаю тобі тільки-тільки успіхів і побід в будущому. Хорошо? Будеш старатися? Так. Буде. Данило та Людмила Іванови, акробат, має третій розряд юнацький зі спортивної гімнастики. Полюбляв воздушку, як він сказав, повітряну гімнастику. Небезумовно, тренер Ірина Вербицька, майстриня спорту зі спортивної акробатики, тренерка, яка виховує, надихає і навчає. Я вам щиро дякую.